Сім'я Горбенко, Мельничук из РО Якимова на выезде. Что нужно человеку для того, чтобы почувствовать себя отдохнувшей личностью и достойно встретить свой день рождения? Правильно, семья, друзья. Ну и еще смыться из тисков большого города и отметить его день рождения где-нибудь в укромном и затерянном уголке на другом конце земли. Например, в Мексике. Итак, мы летим в Мексику. Наша маленькая компания едет в Тулум, на родину майя, рабыни Изауры и где-то даже инков с ацтеками. Мы выбрали страну, известную своими лепешками тако, соусом чили, авокадо-салатом, чтобы достойно и без пафоса отметить приход шестого десятка у Алексея. Но это лишь повод. А настоящая причина в том, что мы все устали и очень хочется согреться. Нью-Йоркские морозы и холодные ветра окончательно забрали нашу энергию, а виски в любых количествах уже не спасают. Морально к этой поездке мы еще не готовы. Но несколько бутербродов на бегу и небольшое количество виски скрасили наш шестичасовой перелет из Нью-Йорка в Канкун. Пара хороших фильмов, короткий сон, и вот мы выходим на прогретую февральским солнцем асфальтированную землю. Привет, Мексика! Вот мы и во втором путешествии в Мексике. Вот. Слава Богу. Джейсон. Джейсон, а ну помаши мне рукой туда. Рукой помаши мне в камеру. Куда? Я что там? А, деревня, весь папу. Все. Еще 2 часа достаточно приятной поездки на небольшом европейском вене с персональным водителем, и мы въезжаем в ворота Байя-Тулум. Гостиницы, которая по определению считается одной из лучших на восточном побережье Мексики. Жизнь покажет, есть ли правда в рекламе. А пока голодные и уставшие путешественники приготовились к отдыху, стоя в очереди на заселение. Первая ночь прошла неспокойно. Хотелось спать, кушать и загорать одновременно. Но приличный завтрак и теплый бассейн сделали свое дело. К обеду солнце вышло из-за туч и начало греть на полную катушку. Проверка океана принесла смешанные ощущения. Каменистый ракушечный берег и достаточно прохладная вода. Все-таки февраль на дворе.
оттеснили море на второй план, и мы решили жить на бассейне. В шаговой доступности от бара, туалетов, ну и других преимуществ цивилизации. Ну что сказать, отдыхать не работать. И мы с удовольствием принялись за это трудное и малознакомое дело. Иди. Шрага, сеньор. Нужно сказать, что наше времяпрепровождение в Мексике не сводилось только к набиванию желудков едой и питьем. Мы купались в бассейне, в море и в ванной. Но это, скажем так, радости плотские. А мы приехали в эти места исключительно с целью напоить нашу душевную жажду. Насытиться, так сказать, историческими фактами и визуально обозреть древности. В первый же день мы решили зарезервировать все наши поездки. Ну, чтобы не портить оставшиеся 9 дней материальными заботами, а целиком и полностью наслаждаться природой, едой и питьем. И как всегда оказалось, что рассеянность местных регулировщиков экскурсий стоит выше всяких похвал. Поездку нам продали, но почему-то с отправлением из совершенно другого места и в совершенно другое время. Мы, конечно, огорчились.
Но после требования заплатить за такси сразу нашелся и транспорт, и места в нем. Наш ненасытный аппетит к посещению самых злачных, в историческом, хорошем смысле слова, мест, мы решили ограничить тремя точками на карте. Первая остановка была в районе Чичен-Итса, где стоят свежеотремонтированные, но уже затоптанные посетителями руины пирамиды и стадиона Чакамула и его футбольной команды. Небольшой экскурс в прошлое дает нам интересную историю внезапного появления, быстрого развития и такого же внезапного исчезновения народа майя. Частые засухи, массовые, никем не осуждаемые жертвоприношения и, наконец, веселые и вечно нетрезвые конкистадоры. Ну что еще нужно развитой цивилизации, чтобы успешно вымереть? Разве что только туристы. Побродив под нестерпимо палящим солнцем вокруг пирамиды, сыграв в футбол с местной командой, которую при выигрыше всенародно казнили, чтобы игроки еще при жизни попали в пятый круг рая, покричав и погукав на главной площади, это для того, чтобы понять, что эхо все еще на месте, мы завершили нашу первую экскурсию. Глядя на эти монументы, плотно огороженные веревками, понимая, что с течением времени под запрет попадает любой близкий контакт с прошлым, мы начали замечать детали, которые у восторженной публики интереса не вызывали. Слегка отреставрированные с фасада, местные достопримечательности заднего прохода уже прилично разрушены. Вот так изобретатели футбола, большого каменного календаря и цветочных войн закончили свой исторический путь в рядах торговцев всякой билибердой, кстати, искусно сделанной в Китае. Автобус, ближе к пиву.
Ценоты стали вторым пунктом нашего небольшого путешествия. Вообще, сеноты – это небольшие дырки в земле, диаметром около 60 метров и глубиной от 150 до 400. Внутри них находятся озера с необыкновенно чистой и прохладной водой, огромное количество рыб и невероятная тишина. Так это было при древних греках, вернее, при майках, ну, или майцах. А при нас там стоял невероятный шум и гам. Из-за присутствия сотен школьников рыбой уже и не воняло, а в очереди на занырнуть нужно было стоять минут 10. Все, что раньше было бесплатно и без очереди, вызывало воодушевление и притяжение, снижало давление и повышало тонус, сегодня предоставлялось только за деньги, с толкучкой, криками и сигаретным дымом. Цивилизация накрыла Мексику медным тазом. Наша историческая либидо резко упала, что вызвало желание накатить по 150 виски на раскрасневшееся от жары лицо. Что мы немедленно и сделали. Видимо, Германия нас любит гораздо сильнее. Следующим пунктом нашего путешествия стал экскурс в зоосад, зоопарк, ботанический сад Экторет. Как и в остальные места растущей и богатеющей Мексики, сюда добралась цивилизация. А в ее лице жесткая монетарная политика. Ну, в смысле, все за бабки. Если еще 10 лет назад посещение рыбных ферм, плавание по подземной реке, общение с флорой и фауной было не просто бесплатно, а еще с добавочным и ненавязчивым местным сервисом, то сегодня за все эти удовольствия нужно платить, причем в твердой валюте и достаточно много даже для американцев. Но довольно жалоб и упреков. В конце концов, мы живем в таком мире. Несмотря ни на что, удовольствие мы получили. Программа была насыщенной. Ужин вкусным, шоу просто великолепное, о чем мы и говорим прямо и без обиняков.
это здесь будут бабочки сейчас, по-моему. Thank you.
Мы вернулись в резорт и приступили к самому важному пункту нашей поездки – ничего не деланию, узогрейству и сдержанным, но неумеренным возлиянием внутрь. А неожиданно подкравшийся Лешин полтинник стал прекрасной завершающей точкой нашего нового, короткого, но веселого и вкусного путешествия. Попробуй, бери в рот. Это кричит. Вот и подошел предпоследний день нашего путешествия. И очень мы все довольны, с новыми силами, здоровьем и свежестью возвращаемся в холодный Нью-Йорк. Боже, это он есть. Представить себе это еще тяжело, этот холод. Но будем работать над этим. Отпуск был замечательный. Я переживала, когда уезжала, но теперь не хочется уезжать. Просто как попал на другую какую-то планету, где все, только создано для отдыха. Тепло, солнечно, тихо. Дельфины, диковинные птицы. Это просто рай. Мы столько увидели, столько попробовали, но я хотела бы сюда еще вернуться. Меня еще ждут дельфины, черепахи и зверские скаты с большими ушами. Надеюсь, скоро увидите их опять. Нас подстерегали неудачи в виде тропического ливня при попытке пошапаться в местном супермаркете, поплавать с дельфинами, ну и даже потанцевать танго, но не танцуем мы. Нас не испугал каменистый пляж и большие волны Атлантики. Мы не побоялись даже обгореть в последний день. Нам было только очень жаль, что с нами не было наших любимых друзей из маленького немецкого Нойвида, Вадика и Аллы. Скоро, очень скоро мы к вам приедем, чтобы вы не забывали нас и не отвыкали от нашей шумной компании там, в далекой, но очень приветливой Германии. А сейчас мы возвращаемся домой, в Нью-Йорк, за которым мы уже соскучились. До новых встреч! Вот мы и улетаем.